Детеныши Пумы наконец обрели имена. Как мы рассказывали в одном из сюжетов, дикая кошка родила двоих котят в передвижном зоолунопарке. Зоолунопарк в это время гостил Стерлитамаки, поэтому одного из детенышей окрестили Стерлей. Право выбрать имя второму котенку предоставили горожанам. Свои предложения они оставляли в группе стерлитамакского телевидения ВКонтакте. Юрий, Спартак, Ашкадар, Оникс, Гагарин. Более чем из полусотни вариантов администраторы зоолунопарка выбрали имя Амур. Мы выбрали это имя Амур, потому что это означает любовь. У нас пумы полюбили ваш город. Он очень красивый, аккуратный. Если окажется, это все-таки девочка, то мы назовем ее Амурой. Анжела Усова, которая предложила назвать пуму Амуром, получила два пригласительных в зоолунопарк и возможность посмотреть на котенка, которому так тщательно подбирала имя.